Избиратель в костюме фантастического персонажа после голосования обратился к россиянам с призывом участвовать в определении будущего страны. Выборы в Государственную Думу в этом году не оставили равнодушным даже Железного Человека. Избиратель в костюме Тони Старка пришел на избирательный участок в Тюменской области. Все как полагается, с паспортом и санитарной маски, хоть и поверх железной. Голосовать – это очень важно. Тем самым вы показываете свою ответственность. Любой взрослый человек должен голосовать, должен показывать свою активную жизненную позицию и, конечно же, выбирать, ведь именно от вас зависит будущее страны, заявил тюменский избиратель в маске Железного Человека. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.